Привет, друзья! Я приветствую вас на моем канале и предлагаю вместе со мной распаковать посылочку с сайта iHerb. В этот раз она совсем небольшая, поэтому давайте смотреть. Мой любимый порошок Grab Green с гордынией. Постоянно беру, и качество порошка мне очень нравится. Здесь 60 вот таких капсул. Капсулы с сухим порошком. Как стирает этот порошок, мне очень нравится. Я его постоянно беру. От марки Kettle чипсы. Картофельные чипсы с солью и перцем. Здесь 142 грамма. Вот так они выглядят в пачке. Практически ничем не пахнут на вкус. Давайте сейчас скажу. Довольно вкусные. Да, мне понравились. Кокосовое масло. Здесь 296 миллилитров. Брала по акции. Я боюсь, что... Нет, срок годности нормально. Использовать до августа 2018 года. Как раз это время, когда я буду загорать. Давайте попробуем открыть. Я хочу понюхать, оно вообще рафинированное или нет. Я его открыла не до конца. Сейчас запечатаю. Оно без запаха. Мне, в принципе, не принципиально. Это для загара буду использовать. И если будет на него акция, еще закажу. Потому что что-то, знаете, около 270 рублей за 296 миллилитров. Это очень даже выгодное предложение. Едем дальше. От марки Desert Essence. Для окрашенных волос шампунь и кондиционер. Я брала кокосовую серию. В принципе, мне кокосовая серия понравилась. Но захотелось чего-то другого. Сейчас понюхаю. Как пахнет этот шампунь, потому что отзывы противоречивые. Кто-то говорит, что химозный запах. Сейчас открою. Я не скажу, что аромат слишком химозный, вот такой он шампунь. Вообще шампунь именно кокосовый мне понравился. Я изначально брала travel-версию в пробных товарах, потом заказала целую. И вот сейчас взяла виноградную серию. В дальнейшем возьму что-нибудь другое обязательно. Дальше. Впервые беру именно вот такую пасту от марки Jason. До этого я брала другую. Это паста с корицей и чайным деревом, маслом чайного дерева. Она заявлена как удаляющая камень и налет. В принципе, паста с корицей, я себе не представляю. Я люблю корицу, но именно, знаете, в выпечке, да? А как... Корица себя поведет в зубной пасте. Не знаю, но отзывы на эту пасту очень хорошие. Паста не закрыта. Сейчас покажу консистенцию. Она такая густая. Сейчас понюхаю. Да, она пахнет корицей. Аромата чайного дерева я не ощущаю. Беру впервые. Здесь 119 граммов. Если паста понравится, закажу повторно. Для аромадиффузора взяла... масло техасского кедра от Aura Cacia. Эти масла очень зарекомендовали себя на iHerb. Они качественные. Не знаю, как буду использовать. Наверное, не в чистом виде. У меня есть масло лимонграсса, масло сладкого апельсина. Наверное, буду чуть-чуть разбавлять вот эти сладкие цитрусовые запахи. Сейчас понюхаю, как пахнет. Вы знаете, запах такой странный. Странный запах. Посмотрю, как оно будет себя вести. То есть определенно в чистом виде использовать его не получится. Не очень приятный запах. А вот буду именно разбавлять. И остался последний продукт. Этот бат. Для мужчин здесь 60 капсул, их принимать по 2 в день, для улучшения мужской фертильности. Я уже до этого заказывала. Мы сейчас потихоньку начинаем принимать. Курс очень долгий. Для чего это? Подробно можно прочитать
в описательной части на сайте, ссылку я оставлю. Ну, здесь витамин С, витамин Е, витамин В6, В12, фолиевая кислота, цинк, селен и какие-то их фирменные ингредиенты. Отзывы на этот товар хорошие, то есть улучшает репродуктивную функцию мужчин. И начали мы пить пока понемножку. На этом, в принципе, все. Спасибо за внимание. До новых встреч!